Это новости на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! В этом выпуске в Константинополе возобновится суд над гражданином Турции, осквернившим армянский церковный крест. Верховный комиссар Республики Армения по делам диаспоры Зарай Синанян с первым рабочим визитом посетит Францию с 8 по 20 февраля. Красные линии Тегерана связаны с неразрывностью границ Армении. Иранский депутат. Возможно, война в результате некоторых геополитических изменений. Сарос Сароян, заместитель министра иностранных дел Республики Армении и посол Китая обсудили вопросы, связанные с активизацией взаимных отношений. В лесах Степанакерта недавно обнаружили хачкар 12 века. Найдена связь между горой Арарат и двумя другими горами. Армения планирует обсудить с ЮНЕСКО вопрос направления оценочной миссии в регион. 23 мая 2020 года мужчина по имени Сарин Мазлум сорвал крест над входом в храм святого Григория Просветителя в Константинополе, за что 14 июля был приговорен к 1 году и 4 месяцам лишения свободы за нанесение ущерба местам отправления культа и могилам. Мать преступника утверждает, что ее сын в момент происшествия находился в психически неуравновешенном состоянии. Принимая во внимание это возражение, суд решил повторить судебное разбирательство. Суд состоит 8 апреля 2022 года. По словам адвоката, мать преступника не представила никаких медицинских справок о проблемах со здоровьем сына. По его словам, этот иск имеет символическое значение. В то же время это демонстрирует подход судебной власти в этой стране к оскорблениям представителей разных конфессий. Уважаемые соотечественники, коллеги, сообщаем вам, что в этом году первый рабочий визит Верховного комиссара Республики Армения по делам диаспоры Зарай Синаняна во Францию состоится с 8 по 20 февраля. По этому поводу 11 февраля в 18:00 офис комиссара проведет встречу с представителями армянских организаций Франции в Париже. Цель визита Верховного комиссара – знакомство с армянской общиной, а также представить программы, реализуемые аппаратом, ознакомиться с проблемами и обсудить возможные решения, обсудить вопросы расширения возможностей сотрудничества с армянскими союзами. Приглашаем вас принять участие во встрече. Красные линии Тегерана связаны с неразрывностью границ Армении. В этом вопросе ничего не изменилось. Об этом заявил армянский депутат иранского парламента Роберт Бегларян. Бегларян уточнил, что Иран хотел послать сигналы Азербайджану, может быть, даже Турции, и сделал это. Нынешняя активизация отношений между Азербайджаном и Ираном является естественным процессом, который не может и не должен мешать армян и иранским отношениям. Вопросы, важные для Армении и Ирана, важны. Нужно оставить в повестке дня. Это касается экономической, политической сферы и сферы безопасности, добавил он. В эфире Western Armenia TV политолог Сарос Сароян представил возможные процессы, в результате которых Армения и все армяне могут быть вовлечены в широкомасштабную войну, отметив, что это серьезные технологии, которые применяются в нашем обществе. Война возможна, если произойдут геополитические сдвиги, которые серьезно изменят текущую ситуацию. Например, с привлечением иностранных сил возможно участие Армении в черноморских процессах. Он сослался на непроармянские высказывания президента Беларуси, добавив, что в переменчивое время, в котором мы живем, на самом деле не решаются проблемы, а реализуются новые проекты. Заместитель министра иностранных дел Республики Армения Манацакан Сафарян принял посла Китая в Армении Фан Юна. Как сообщает пресс-служба МИД, посол Фан поздравил Манацакана Сафаряна с назначением заместителем министра иностранных дел. Собеседники обсудили вопросы, связанные с активизацией взаимных отношений, проведением мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Китаем. Заместитель министра поздравил посла с открытием зимних Олимпийских игр в Пекине и пожелал успехов. Хачкары 12 века были найдены в лесных массивах вокруг Степанакерта. Один из жителей заметил хачкары и обратился в Государственную службу охраны исторической среды. Специалисты изучили исторические памятники, представленные Давидом Арутюняном. Выяснилось, что ранее эти хачкары как культурная ценность никто не регистрировал. Только в прошлом году, по данным Государственной службы охраны исторической среды Республики Арцах, в Мартакертском и Аскеранском районах было обнаружено около 200 ранее неизвестных памятников. Среди них хачкары, надгробия, даже часовни.
Архитектор Люфтуигид в Западной Армении выяснил, что существует связь между тремя большими горами. После посещения местности он понял, что между горой Арарат, горой Сипан и горой Кёсе существует некая связь. Он утверждает, что если посмотреть сверху, расстояние от горы Кёсе до горы Арарат точно такое же, как расстояние от горы Сипан до горы Арарат. Убежденный, что эта связь особенная, Игид хочет завершить свое исследование и опубликовать полученные данные. Заявление министра культуры Азербайджана Анара Керимова является доказательством того, что предпринимается попытка стереть следы присутствия армянского народа в Арцахе. Об этом заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян. Министр иностранных дел отметил, что вмешательство ЮНЕСКО становится обязательным. Четких дат нет, но стороны подтвердили возможность такого визита в регион. А сейчас мы подаем заявку в ЮНЕСКО. На наш взгляд, этот визит должен состояться в соответствии с принципами установленными Конвенцией об охране культурного наследия в случае вооруженного конфликта 1954 года, заключил Мирзоян. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.